на канале Zenimax Games, и мы продолжаем играть Hello Neighbor! Привет, Сет! Так, мы сегодня будем с тобой забирать глобус, да? Попробуем его заморозить, вроде бы мне так сказали, чтобы... Блин, сосед! Так, смотри, значит, глобус лежит у нас вот в этом вот окошке, таком вот квадратиком, ромбиком, да? Но я там пытался пройти, там у нас какие-то 4 лампы нужно, чтобы они как-то так засветили все 4 вместе, и тогда я пройду. Но, к сожалению, у меня пройти не получается, значит, будем проходить хитростью. Куда ты лезешь? Вот скажи мне, пожалуйста, ну, блин, ну, сосед, ну, блин, мне туда надо как раз, ну, чё ты делаешь, а? Чтоб его, не, ну, бля, попёрся туда, ну, какого ты туда попёрся? Так, ладно, сейчас будем думать, как-то нужно обходить, да, его. Так, от тебя, конечно, лайк, подписочка на канал, комментируй и, конечно же, нажимай на колокольчик. Значит, смотри, вот тут, что у нас здесь? К сожалению, мне никто не написал еще в комментариях, что нужно, для чего эта труба? Зачем она нужна нам, да, с тобой? Так, здесь я мячики кидал, почему-то у меня дверь не открылась, не знаю почему. Так, мы с тобой вот здесь, да? Где свет? Ну, давай еще раз попробуем, конечно, вот. Видишь, они что-то, ну, не светятся. Ну, не знаю я, что нужно делать. К сожалению. Может, не знаю, что-то, может, на металл они действуют, ну. Да вообще непонятно, зачем они нужны, блин. Значит так, давай, значит, будем сейчас с тобой проходить по хитрой системе. Смотри, учу тебя, только никому не рассказывай. Ну, а тебя лайкосик. Так, в первую очередь, конечно, сейчас мы подождем, пусть проедет наша вагонетка, да? Или ладно, давай поехали. Смотри, вот тут. Да, поднимаемся наверх. Открываем зонтик, прыгаем. И осторожненько, осторожненько влетаем вот сюда. Вот тут есть такой маленький. О, смотри, я забираю глобус, да, вот, ну такой. Я тут просто разбил стекло изначально, да, и вот, вот здесь мы так вот забираем. Почему не открылось? Ну, не знаю, почему-то не открылось. Хотя я пытался, я пробовал, но никак, к сожалению. Так, теперь, что мы делаем с тобой? Пока там соседи-то бегают, гуляют. Так, пока соседа нету, быстренько заморожу наш глобус. Вот он у нас, ледяной глобус. Теперь давай быстренько относим на пьедестал для глобуса. Вот сюда. Давай, я бы запомнил, куда нужно бежать. Во. Слышал? Чик. Все, значит, сработало. По идее, электричество подалось. И у нас заледенела вода на самом верху. Быстренько, нам нужно забрать оттуда граммофон. Тот самый, который будет уменьшать растения на самой крыше. Смотри, у нас заледенела вода. Да, это то, что надо. Так, и вот он. Да нет, не этот. Граммофон давай. О, граммофон с красной пластинкой. Да, тот самый. Так, теперь, что мы с тобой делаем? Мы с тобой быстренько выбегаем и поднимаемся с тобой на крышу. Вот сюда, смотри. Сейчас мы здесь включим музыку и увидим, что произойдет. Так, где он? Во! Боже мой, какая музыка отвратительная! Я просто в шоке. Я сейчас оглохну. Какая отвратительная музыка! Ну смотри, уменьшается растение! Боже мой, как аж уши режет! Какой ужас! Так, ладненько, я думаю, нам вот сюда. Так. Проходим.
дальше. Здесь сейчас со всех сторон, да, пусть уменьшится, посмотрим, может быть что-то спрятано под растениями. Какая отвратительная музыка, сосед! Да ты слушать музыку ты не умеешь, блин, ты слушаешь какую-то полную ерунду. Так, что у нас дальше? Лестница! Да быстрее уменьшайтесь. Боже мой, я сейчас оглохну от этой дурацкой музыки. Фу, какая она ужасная. Короче, давай выключаем ее. Ой, бог ты мой. Что у нас здесь? Смотри, у нас тут какая-то установка. А это случайно не тот магнит, да, вот, который у нас примагничивает все металлические предметы. Так, давай сначала заберемся на самый верх, посмотрим, что это такое. Что у нас здесь? Манекен! О, круто, манекен! Так, давай ящик еще один возьмем. Кстати, я знаю, что хотел посмотреть. Вот это что у нас такое? А ну давай сюда. Получится? Что это такое? Наблюдательный пункт какой-то. Ой, что-то есть. Что-то есть. Смотри, что это такое? И какое-то семечко. Семечко? Да? Семечко. Прикольно. Слушай, а для чего семечко? Хотя, я помню. Так, смотри, значит, здесь мы еще наверх заберемся по-любому, да? Манекен, у нас с тобой один есть, плюс мы должны уничтожить с тобой ту систему, да, магнитную. Но я помню, у нас где-то было... Вот здесь, по-моему, смотри. Можно тоже уменьшить было растение. Здесь? Да, здесь, смотри. Значит... А, я оставил, блин, наверху! Ну, блин! Как же обидно. Так, давай, значит... Семечко, да? Смотри, я его посадил. И что теперь? Мне что, его еще полить надо? Вы что, серьезно? Ну, блин, как-то в планы мне в это не ходило. Это делать. Ну, кто его знает. Так, давай, значит, что мы делаем с тобой дальше? Мне нужен какой-то такой металлический предмет. Давай вот это вот возьмем. Радио. Да, и с помощью радио мы забираемся с тобой на самый верх. Поехали. А, сосед где-то увидел меня. Сосед, я вижу твою задницу. Она воняет. Она воняет. Так, быстренько тикаем куда-нибудь наверх. О! Смотри. А, смотри, что делает? А, сосед! Мы с тобой сюда поставим еще один манекен. Смотри, нам нужно один манекен и один кусочек торта, да? И у нас тогда вот что-то здесь выпадет с подарка, который на нас находится на потолке. Это последний, наверное, самый основной секрет. Соседушка здесь. Чтоб тебя, сосед, отстань. Отстань от меня. Гля, он бегает за мной. Да, он понимает, что я хочу, наверное, его подарок забрать. Да, вот, может быть, это его личный. Сосед, может, у тебя день рождения, так я тебя хочу поздравить. Че ты сразу такой агрессивный? Ну, нельзя таким быть. Так, давай, значит, наверх. Да, у нас тут где-то граммофон был еще. Я его сейчас заберу. А, и сюда сейчас и радио кинем. Может, сломается вся вот эта установка. Есть, мы просто поломали все полностью. Так, давай, значит, теперь забираемся на самый верх. Да, вот там была еще возможность подняться выше и выше еще. Семечко, кстати, мы взяли с тобой. Надо его полить. Для чего? Ну, не знаю. Так, труба есть. Труба. И по наверх можно забраться. А зачем? Ну, не знаю. А-а-а!
тихо-тихо, тут очень, тут, ай, тут очень опасно, надо как-то осторожненько прыгать. Есть, 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 тихо-тихо-тихо. Поднимаемся, поднимаемся наверх. Так, что там дальше? Что-то не хочет. В смысле? Чего ты не хочешь? Чего? А, вон что-то мешает мне. Так, что-то нужно поставить, чтобы запрыгнуть наверх, да? Ну, давай попробуем. Граммофон, что ли? Смотри, и мы забираемся на самую крышу! Что это такое? Колесо с веревкой. Зачем? Слушай, я не знаю, зачем мы сюда поднялись, да? Ну, вид, конечно, большой и красивый. Там какие-то большие здания есть. Там вообще какой-то город здоровый. Слушай, зачем я сюда поднялся? Ну, я не знаю. Кстати, если ты знаешь, зачем сюда подниматься, напиши, пожалуйста, комментарий. Так, а сейчас мы осторожненько с тобой спускаемся, да? Нужно забрать граммофон. Он нам еще понадобится. Так, он нам еще понадобится. Смотри. Так, куда? Куда мы должны... Если мне память не изменяет, полететь мы должны с тобой вот сюда. Да. Так, давай, значит, здесь включим эту... Я не знаю, назовем это сатанинской музыкой. Но для растениям эта музыка не нравится. Они вот все, вот, видишь, как вянут, уменьшаются в росте. Кстати, это, по-моему, последний раз, да, где она используется. Давай, выкидывай этот граммофон. Пусть там соседям уши режет. Смотри, что это такое. О, какая-то лестница, комната есть. О, манекен тут есть, смотри. Четвертый манекен. Так, нам, значит... А здесь что у нас? А здесь это я и шел с тобой за гитарой. Хорошо. Что у нас с тобой остается? Остается нам с тобой забраться, поставить манекен и забраться еще наверх, там, где у нас была эта установка, да? Так, установка у нас была... Блин, где у нас была она? А, я уже потерялся. Сейчас, мне нужна, наверное, вот коробочка нужна. Так, побежали. Я вроде бы, как бы, в принципе, помню, куда нужно. Я вот здесь тогда прыгал, да? Так, ну давай, забирайся, ящичек. Вот, еще один. Смотри, сюда. Так, это у нас, да, мы здесь были с тобой. Так, установка работающая. Ну подожди, работающая установка это не здесь. Ой, что я застрял? Че? Где? Откуда? Откуда помидор прилетел? Сосед, ты че, обалдел? Если честно, я уже запутался. Бля, тут что-то окна чинит. Че ты делаешь, Ты че делаешь? Нет, это не устраивает. Смотри, по-моему, я залазил вот сюда наверх. Так. Я помню, что как-то наверх поднимались. Блин, у него такой огромный в этой серии дом. Да, вот сюда, вот смотри, я залазил. Так, что у него тут? Магнит есть. Кстати, ключик это, да, по-моему, красный? О, красный ключ мне нужен, да. Красный ключ мне надо. Что у нас еще здесь был? Ломик. Ломик, в принципе, мне не нужен, я же открыл. Так, зеленый ключик тоже берем. А теперь, знаешь, куда мы с тобой пойдем? А я знаю. Смотри, показываю тебе. Помнишь, у нас здесь, где у него? Вон. Ой.
Так, меня сбил этот... Да, вагонетка. Смотри, нам нужно вот сюда попасть. Еще полететь. То есть мы залазим с тобой на самый верх крыши. Сосед, тебе в уши не лезет граммофон этот. Так, ладненько. Побежали дальше. Или, может быть, зеленым ключом откроем дверь. Ладно, пошли зеленым ключом откроем дверь. Я знаю где. Смотри, сейчас показываю. Я думаю, сейчас у нас будет какое-то задание по-любому. Да как так? Ты меня не поймал. Ты что делаешь, сосед? Так нечестно. Я просто боюсь здесь ходить. Тут граммофон этот играет. Но, с другой стороны, я не хочу его выключать. Он реально прикольно классно звучит музыка. Так, ну... Смотри, открываем дверь. И что у нас здесь? У нас здесь дополнительная с тобой миссия какая-нибудь, да? Ну давай, я уже готов. Я в предвкушении, что нас ожидает с тобой здесь. Что? Что? Что в этот раз? Магазин был, да? Магазин был. В принципе, эта дверь открывает... Да на улице эта дверь открывает. Дальше. О, нифига себе! Это была какая-то безумная школа! Так, выкидываем. И... Да. Так, тоже выкидываем. Так, смотри, что у нас осталось? У нас остался с тобой ключик красненький. Кстати, я говорила, куда мы идем. А, да, я забыл же! Слушай, у нас еще с тобой есть... Семечка. Так, а мне нужно какое-нибудь ведро. Сосед! О! Так, ведро давай возьмем. Ведро. Поставим сюда. Так, набираем водички. Водичка набирается? Да, смотри, водичка набирается. Мы же с тобой посадили семечко еще, забыл. Надо же посмотреть, что это оттуда вырастет. Сосед, отстань от меня.
Слушай, да вы почти уже все секреты его, да, разгадали. Блин, осталось буквально совсем немножко. Давай, присядь. Все, меня не видят. Так, давай. Поливаем. Сосед, отстань. Так, и чё? Где? Слушай, может это семечко? Может не то полил? Так, ладно, давай, слушай, к соседу ходить опасно, да, набирать воды. Давай я наберу у себя быстренько. Так, ванна, вот сюда, давай. Значит, манекен у меня еще один остался. У меня там стоят три манекена, три куска тортика. Но нужен еще один последний кусочек тортика. В принципе, мы получим соседовый подарок. Смотри, что-то растет! А что это такое? Вот это да! Гля, что-то вырастает! Слушай, а что делать? Мне надо как, все время поливать или оно само будет расти теперь? Мне просто интересно, что это такое? Слушай, да реально с дома намного проще и легче, да? Все-таки там сосед бегает, мешает. А здесь мы можем с тобой без проблем вот набирать водички. Ладно, пошли еще польем. Что-то садим, да? Ну, специально для чего-то. Что-то интересное такое. Ну, что-то растет. Бля. Слушай, оно само растет, да? Да, оно само растет. Не, ну, может, я когда поливаю, да, оно быстрее растет. Так что давай еще, наверное, польем. Кстати, я слышал, заметил, вот я выходил только что, чья-то музыка не играет, вот та сатанинская нашего граммофона второго, который уменьшает растения. Не знаю, наверное, сосед, наверное, сам бегал, думает, уши режет, думает, дай выключу. Ну ладно. Так, интересно, что же у нас тут растет такое? Слушай, чё оно растет? Гриб? Или чё это такое? Да не, это не грибы, ну, чё-то непонятное, какое-то красное, чё-то лезет из-под земли, да? Чё оно такое, интересно? Мне просто интересно, что это такое? Так, давай ещё наберём воды. Зато мы с тобой здесь, в третьем акте, я почти разгадываю все секреты, да, нашего соседа. Все, что у него есть в доме, мы... Да, это не очень быстро проходится, но, видишь, стараюсь. Ты, наверное, лайки ставишь, и все у нас получается с тобой. Так, смотри. Еще поливаем. Что оно такое растет? Слушай, это дерево. Это дерево, да. Но для чего? Зачем это дерево поливать? Я даже не знаю. Слушай, зачем мы поливаем дерево? В принципе, смотри, морозилка у нас разморозилась. Там лежит карточка. Карточкой мы можем открыть двери последние. В принципе, нас уже здесь ничего не держит. Честно, мы можем пойти. Но из-за того, что я хочу узнать, что главный подарок. Что вот здесь, вот этом вот подвесной комнате, да, вот у соседа, тоже он смастерил, что там находится. Я хочу разгадать все секреты соседа и пройти с тобой все вместе. Это растет у нас какое-то дерево. В принципе, оно растет само. Значит так, смотри, значит, пусть оно само растет. Да, оно растет.
Так, нет, зонтик нам нужен. А мы с тобой тогда идем, да, вот прыгнем на последний, вот эту комнату секретную. Там, по идее, нужно использовать, да, красный ключ. Я так думаю, потому что красного ключа я нигде больше ничего не видел, где он используется. Где-то сосед бежит. Кстати, на самом верху мы с тобой побывали. Там ничего больше нету. Так, смотри, 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 я здесь. И смотри, там у нас, да, у нас здесь красный ключик. Что у нас здесь еще? Ничего. Ой, я тут... Чё это? Еще какая-то дополнительная миссия. Так, где это мы такое? Че это такое за место? Смотри, такое чувство, как будто за мной все что-то смотрят. Может быть, это та самая тень, да? Вот, петарда есть. О, а можно петарду одну взорвать? Было бы прикольно. Так, ладненько, давай, значит, залазим мы с тобой наверх, да? Я так думаю, где-то сейчас будем прыгать вот так вот, да, вот, и как-то будем забираться на самый-самый верх. Кстати, вижу, вон стрелочки показаны, да, вот, ты должен забраться на самый верх. Так, тяжело. Ну, что поделать, приходится терпеть, мучиться нам с тобой. Так, что у нас здесь? Наверное, вазу бахнуть надо. Точно. О, еще и вот так вот будем, да, играть? О, нифига себе. Смотри, противовес поставил. Так, молоток. Ну, блин, это я использовать не смогу, да, наверное? Не. Жалко. Так бы я, конечно, воспользовался бы. Так, выход. Но это не выход. Выход у нас вон, стрелочка вверх. Смотри, это что у нас, тостер? Наверное, в тостер нужно, да, залезть? А ну давай попробуем. Сейчас. Опа! Где это я? Я сверху. Смотри, а там у нас рычаг какой-то есть, да? Вот что-то включает. О! Сейчас мы его включим. Подожди. Сейчас включим. Пробуем. Так, как же ж... Слушай, мне, наверное, как-то прыгнуть хорошо, да? Вот. Я ударяюсь об вот эту штуку. Если чуть-чуть выше спрыгнуть как-то. Ну, давай попробуем. О, нифига себе! Остановись! Еее, смотри, где-то я. Так, а у нас там рычаг, да, остался? Ну, блин, по-любому его надо класснуть, мне кажется. Или ты хочешь сказать нет, не нужен он нам? Ну, давай попробуем, если нет. А как дальше? Смотри, мне кажется, я должен что-то взять, но что именно взять? Здесь я не поднимусь, что-то нужно мне. Так, тарелку-то я не подвину, да? Ну вот, видишь. Значит, что у нас там было еще? Может быть, что-то я могу взять не тяжелое. Так, сюда прыгнуть. А ну, будильник большой. Смотри, дротики есть. О, это уже, мне кажется, то, что нам надо. Давай возьмем пару штучек. Получится взять их? Да, 4 штуки. Так, а что самолетики? Самолетики что, взлетают? Да? Взлетают? Че, серьезно? Я что, могу полетать? Глядь, тень за мной смотрит. Да ты гадость такая, а?
Ой, ой, ой! Смотри, он полетел. Ну, блин, ты кота летаешь неправильно? Слушай, а может я тяжелый? Ну, может быть. А ну давай, смотри, ну, самолетики летают. А можно чуть-чуть повыше, пожалуйста? Я просто не могу запрыгнуть на самом верх. О! Это подстава! Это очень подставили вы меня, самолетики, а? Так, есть, куда-то запрыгнул. Так, полезли. Это мы где с тобой? Ага, мы вот здесь. Правильно ли я сделал? Не знаю. Ну, на всякий случай возьму еще пару дротиков, да? Все-таки дротики мне, ну, мне кажется, они очень сильно помогут. Так. Смотри, я вот тут как-то, да, побежал. Вот. Ага, да-да-да-да. Смотри, поднимаемся выше. Так, а вот дротики мне помогут, наверное, подняться на самый верх. Вот здесь вот. Мы сейчас покидаем их чуть-чуть. Вот так вот. Да, иди сюда. Вот, вот так вот. На тебе! Да. А что ж такое? Не получается. Хотя чуть-чуть, что я пониже, что ли? Да, блин, давай же запрыгивай, я просто боюсь, да, упасть. Неужели еще ниже? Так. Хорошо, давай тогда так. Так, давай, значит, знаешь, как сделаем, если так дело пошло. Раз, два, три. О! Ну, блин. Опасно, конечно. Смотри, а здесь кинем один вот так вот. Во! По идее, должно сработать. Ну, давай, я же вижу, я залез. Во. Блин, мешает дротик. Слушай, мешает. Мешает запрыгнуть. Есть! Есть! Мы наверху. Так, а что дальше? Еще выше. Ага, вот сюда. Так. И что? Что еще? Стрелочка показана, как будто я должен, да, схватиться за свет. Ну что, давай рискнем, что ли? Нас. Так, я оказываюсь вот здесь. Что у нас здесь есть? Давай посмотрим. Прикольно. Это какая-то была, да, каморка. Ну, подожди. Хорошо, она была какая-то миниатюрная, большой. Зачем я сюда заходил? Thank you.
Для чего? Хорошо, красный ключик, я думаю, не нужен. Где тортик? Последний. Где кусочек последнего торта? Что-то я не пойму. Где последний кусок торта? Так, ладно. Давай подумаем, где кусочек последнего торта? Так, это у меня есть, да? Смотри, сейчас я давай... Сюда сажусь. А, блин, меня сзади вагонетка сбила. Слушай, смотри, я вот думаю, а чё то за комната, да, вот с окошком? Вот это вот, последняя. Давай-ка, знаешь чё, мы сейчас как-то... Так, а где его растёт? Да, оно растёт, но оно очень медленно растёт. Слушай, я не знаю, для чего это дерево я выращиваю. Мне вот просто интересно, для чего? Напиши, пожалуйста, в комментарии, потому что я чувствую, я не дождусь его, когда оно вырастет. Я уже закончу игрушку. Скоро. Так, давай ключик забираем. Да нет, сосед, не догонишь ты меня. Неужели та комната и последний там тортик будет? Ну, блин, оно, конечно, находится в таком месте, скажем так, не очень доступном. Да, вот здесь. Как вот сюда попасть? Вот скажи мне, пожалуйста. Я не знаю. Может быть... А ну, подожди, вот так вот. Слушай, неужели вот здесь? Так. Давай, что-нибудь будем кидать, да? Эх! Перелет. Давай еще один. А, недолет, блин! А что мне еще осталось? Манекен, да ну нафиг, вы что, издеваетесь? Манекен мне нужен. Так, а наверху что-то есть у нас или нету? Там, мне кажется, есть вот тут. Там ящики были, да? Да, нужно, наверное, ящики взять, залезть опять. Так, вагонетка пошла. Ага. Все. Давай, пару ящиков возьму. Попробуем. Слушай, мне кажется, ну да, это реально, это последняя комната, где, ну, скажем так, я нигде еще не побывала. Ну, а вообще... Нет, я разбился! Ну зачем? Зачем? Скажите мне, пожалуйста, я так упал. Ну, видишь, оно очень сложно. Ну, это привет, сосед. Ой, я соседа столкнул. Да ладно, я соседа столкнул. Такого не было еще ни разу у меня. Чё это такое? Я соседа... Бесится. Слушай, бесится. За мной бежит. Бесит. Да по-любому. Ну так, конечно, я его толкнул. Он там такой думает, чё ты делаешь, ты? Малой. А я такой, а фигушки тебе. Так, давай присядем. Подожди, пусть угомонится. Или он сейчас будет в бешенстве за то, что я его толкнул. Да, да по-любому. Так, ну что, давай, будем пытаться вот пробовать. Повыше. Смотри, я разбил. Смотри, тут тортик у нас последний. Да, я был прав. Это была какая-то комната. Все, смотри, значит, что у нас есть? У нас есть манекен и есть тортик последний. Мы идем с тобой тогда вот в последнюю комнату. Праздничная, где она у нас? Подожди, тут же? Да, вот в этой комнате. Так, а что мне кинуть еще такое? Может, зонтик давай кинуть? Ой, зонтик упал!
манекен жалко. О, разбил, разбил. Смотри, значит, давай. Празднуем день рождения соседа. Ставим вот сюда вот манекен. Давай, давай, вот сюда вот. Да что ты прыгаешь? Я сказал, поставь. Во, стоит. И тортик ставим. Еее, смотри, у нас открылся подарок. И что это такое? Это у нас... У-ху! У нас есть ружбайка. Все, сосед, ты попал. Соседа, ты где? Иди сюда. Слушай, у нас есть ружбайка теперь. Давай мы сейчас соседа постреляем, да? Где он тут? Где он тут? Сосед! 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 Кстати, крючка-то взять могу? Могу. Да подожди! Сосед, ты где? Короче, сейчас мы его тут... Бля, как мы его тут даем, да, жару? Все окна разбиваю. Бля, патроны бесконечные. Сосед, где ты? Чтоб тебя. На тебе свет выключу. Бля, все окна поразбивал на первом этаже. А соседа нету. Где-то лазит, да, вот? Блин, мне реально так хотелось бы дать сейчас соседа так с ружбайки. Где он ходит? Сосед! Сосед! Блин, а где он ходит? Слушай, где-то лазит, по-любому, на втором этаже. На, на, получай, получай, соседушка! На тебе, на! Чё, не нравится, да? Это тебе не помидорами кидаться вот своими. Я тебе на, получай, получай! Вот тебе, не нравится, глянь, смотри, как он бесится. А ну иди сюда, сейчас тебе получишь. Давай! Один-один, давай, ты же мужик, иди сюда. Хе-хе-хе, мне нравится, смотри, как он закрывается. А, получай, получай, на тебе, на тебе. Чё, чё ты там буцаешь? На, на, получай, вот тебе, вот тебе. Не нравится ему, а, соседушка. В принципе, видишь, значит, если мы собираем 4 пирога, вот тортика и 4 манекена, у нас появляется ружьё, да, вот оно падает с подарка. Вот это самый главный секрет нашего соседа. Гля, гля, закрылся дверь, иди сюда, ты, мужик, иди сюда, сейчас будем с тобой разбираться. Что ты там бегаешь, прыгаешь, иди сюда, давай, давай, чё ты там стоишь? Гля, он текает уже от меня. А, ведро поставил. Ты смотри какой. Иди сюда, где ты есть? А ну иди сюда. Один на один, давай. Ты же мужик. Сосед, где ты где? Кстати, а петельку можно? Бля, телек наш ожидается, нифига себе. О, а можно и телеком кинуть? Ой, я что-то это не использовал никогда. Ой, сосед, я тебе телевизор сломал. Извини, прости. Гля, он убежал от меня, прикинь, а что это такое? Ну, блин, не знаю, где-то бегает. Гля, реально убежал, нигде нету. А что это такое было, блин? Обиделся, наверное. Ну, блин, обиделся. Ладно, давай уже карту использовать. В принципе, собрали все здесь. А иди ты от меня, ты что делаешь, а? Чё, хочешь, да, подраться, иди сюда, на тебе, на тебе, на тебе, получай, получай. Так, сейчас, пизди. Гля, разозлился. Короче, пошли, все. На этом мы заканчиваем, да, третий акт, вот, с соседом позлились немножко, он там немножко гнева своего слил, я тоже немножко разозлённый уже, потому что я снимаю 3 серии, понимаешь, 3 большие серии.
Ну, и мы, конечно же, проходим дальше. Так, давай на этом мы заканчиваем прохождение Hello Neighbor. Привет, сосед. С тобой был Залимакс Геймс. Если понравилась эта игрушка и мое прохождение, ставь, пожалуйста, лайк. Подписывайся на канал, комментируй. Может быть, я что-то упустил. Напиши, пожалуйста. Может быть, где-то что-то еще будет сложненькое. Может, ты мне поможешь. И не забывай нажимать на колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.